когда открыли рот. Вот это здание было госавтоинспекция. Всех разогнали и сделали вот этот вот пол. Сейчас я иду к Никифорову на прием. Посмотрим, что он будет брехать мне. Святой, что с Одессы приехал. Мы тут. А что это будет? Ну что, я пошел. Сейчас поднимемся. Я. Тут будет себя вести. Открываю. 20. Заходим. Заходим. Здравствуйте. А что это вы? Кто-то вас мамы так научили здороваться все сразу? Вы же вообще по жизни никогда не здоровались. А вы кому? Опа, опа. Мужчина, вы кому здравствуйте? Здравствуйте. Я к себе домой пришел. Вы к себе домой пришли? Да. А вы что, не помните? Распишитесь, пожалуйста. Вы что, не помните, что я обязан тут? Обязан знать? А? А обязан знать? Вы? Да. Вы по какому вопросу? Фамилия. Я хочу... Там отвлекитесь вы немножко от камеры, но вы разговаривали. А, смотрите, сейчас я тут подержу. Сильно сконцентрированный. Ну, а я, чтобы не было помех, чтобы помех не было. Каких помех? Космических? Ну, когда я вас... На YouTube канал положу, вы будете дивиться и скажете, что это такое, что резкости нет. Так вот я навожу резкость, чтобы у вас было четко видно, чтобы ваши родители вас... Смотрите, вы мне задали вопрос, я вам отвечаю. Вы задаете вопрос, и его должны услышать. Вы не хотите его слышать. Вы не хотите отвечать. Вот дивитесь, вот дивитесь, вы работаете? Конечно. Что тут делать? По какому вопросу вы пришли? Зачем вам надо? Ну, в смысле, вы пришли? Вы не пришли вы на посмотрите, посмотрите вот на вы этих где-то, подивитесь. Вот, да? На что я пришел? Вы пришли на режимный объект. Спрашивайте, что? Режимный объект? А что такое режим? Что такое? Да. Открывайте, читайте законодательство. Да вы что? Да, да, да. Ну, вы по какому-то вопросу пришли? Да. Какое ваше дело? Что? Да. Что, да? То, что вы слышали. Что слышал? Опа, вот, видите, красивая девушка улыбается. Вот правильно, молодец. Вот надо улыбаться. И тогда все будет нормально. Когда ваши родители вас увидят, скажут, да, действительно, они себя ведут адекватно. А некоторые неадекватно. А кто вы будете? Представьтесь. Защита и зашли, хорошо. Представьтесь, кто вы будете. Что представьтесь? Ничто. Такого слова ничто нет. Не понимаю, я понимаю. Я еще раз, вы инспектор, да? Я хочу знать, с кем я общаюсь. Нет, я не инспектор. А кто вы? Что вы хотите? Я хочу узнать, как вас зовут. Все согласно нормативных правовых актов, пожалуйста. Я не понимаю, тут представьтесь, что тут такое. Что ну так это? Давайте нормативные акты. Говорите, кто вы? Вы мне задавали вопрос, что я сюда пришел? Вы ко мне обратились? Согласно какой статьи? Вы ко мне при... Согласно какой статьи? Вы чуете? Вы ко мне обратились? Скажите, представляете? Согласно какой статьи? Все, я все ответил. Тогда будете так, да? Все согласно закону. Сейчас. Согласно закону какого? Закон о полиции, закон. Начиная от Европейской конвенции и заканчивая постановлениями наказами. Сейчас. Кабинета министров и прочее. Да? Дивися, их никто не переделает, они всегда будут такие. Вы видите? Это неуменяемые. Это страшные люди. Мужчина, вы хотите что-то написать? Заяву? На ваш жалобу. Давай, пишите. Посмейте, да? Пожалуйста. Дивися, вот это... 6-й Б-класс. Вот тут. А почему Б? Ну, потому что Б. Есть статья 7Б. Знаете, есть такая? Так. Мужчина, у вас ручка есть? А что, вы будете мое заявление принимать? Конечно. Вы же за этим пришли. Да? Откуда вы знаете, что я пришел? Я пришел... Да, здравствуйте. Там подписано? Да, я тут внизу.
Я внизу. Вы, пожалуйста, если что, спуститесь, да? Да, да, спасибо. Смотрите, что я хотел сказать. Вот это вот здесь три человека, и вот это вот четвертый. Представляете, сколько денег тратится на то, чтобы они здесь стояли? Да. А теперь мы поднимемся, что тут у них за фотографии. Знаете, вот это герои. Самозванцы. Дивіться, вони себе повилазували. Гляньте, які ми тут. Так все мало, вони все тут ще і тут поцепили. Да. Эти лица должны... Ау, все, погнали. О, дивіться, все, погнали. Він тут вообще тут нічого не пришив. Нікуди. Погнали, он уехал. Вот это же на Жигулевской, что было. Да? Как там наркоманы? Как наркоманы поживают? Ну, по Жигулевской, что, мне не помните? Вот и плохо. Зато я вас всех помню в лицо и по голосу. Мужчина, вы кому-то конкретно пришли? Оно вам не нужно. Документы предъявите, а то вы уже заходите на территорию. Вы что, серьезно? Да. Вы что, мне угрожаете или что? Я попросила ваши документы. Зачем вам мои документы? Удостоверить вашу личность. Кто вы и что вы? А вы кто будете? Рядовой полиции. Предоставляйте документы свои. Рядовой полиции. Вы ко мне обратились? Снимать я не разрешаю. Посмотрите. Вы мне снимать что? Вы дивите, гляньте, что он отводит. Вы видите? Запоминайте эти лица. А точнее, затылки наши жопы, да? Давай снимай. То кто ваши? Кто ваши? Она скажет, затылки наши жопы. Вы чули только что? Смотрите. Иди сюда, гляньте, гляньте. Это кошмар какой-то. И она мне рассказывает, говорит, ваши документы. Вы понимаете? Это держслужбовець рассказывает Конституцию. Мы гражданские люди, мы Конституция. Вы что, девчата, присягу не принимали на верность народу? Так в чем тогда дело? Мы вообще не разговариваем с вами. А вот это что за дочь была, Плана, да? Вон, видите, на вас светит красненьким. Кто да. Там а? Кто там а вы что, не бачили? Зато я все усек. А кто там ну, так вы выгляните, я подивлюсь на вас. Вы ж подивіться, как они все, как эти. Из-за всех дыр. Так, я буду ожидать начальника Алексея Никифорова. Сегодня у него приемный день. Вы в курсе дела или нет, девочки? А? Вам что, такую информацию не донесли, что сегодня приемный день? И вы препятствуете нам этому? А? Ничего не препятствую. Что у вас за девчина была, что она тут кричала, что задницу, жопу? У нее что, жопа? Без понятия. Вы хотите... Я ничего не хочу. Когда мне что-то надо будет, я буду вам сам задавать вопросы. Вы поняли или нет? Хорошо, вы, главное, не мешайте нам работать, пожалуйста. А что вы там делаете? Ну, это уже мое личное дело. Дивись, не перетрудиться, потому что ручка имеет вес. Чтобы она вас в сторону не потянула. Не потянет. Да, не потянет, не потянет. Вот это вот, гляньте, вот это хотят они стать городскими. Вы так городские. Это здание, дом колхозника. Вот тут все 98% приезжие с ближних сел. Гляньте, что у него в руке. Бачите вы все? Вот это он сейчас на охоту выходит. Есть такой анекдот. Внучок подошел до дедушки и говорит: дедушка, а кто это такой? А он говорит: это ментозаврик. А что у него в руках? А говорит, это у него орудие труда.
на котором он зарабатывает себе на хлеб. Вот вони. Ну что, я выключаю, дальше будем смотреть. Уже на приеме у Никифорова.